Полиция, не двигаться! Джек Ричер. Родители умерли. Отставной военный. Бронзовая звезда, серебряная звезда и пурпурное сердце. Что во имя всего святого такой парень делает в Маргрейве? Что такой крутой парень делает в тюрьме? Наручники ему не подошли. Они же вам уже не понадобятся. 7 трупов с тех пор, как ты ступил в мой город. Меня арестовали за убийство. Теперь вам нужна моя помощь. Хочу, чтобы делал, что я говорю. Ты идешь просто куда хочешь и когда захочешь. Мне всегда завидуют. Я собираюсь раскрыть это дело и свернуть всем бошки. Если бы вы знали, что с вами случится, вы бы уже свалили. Не позволяй себя больше арестовывать. Тот стрелок хорошо разбирался в огнестрельном оружии. Просвети меня. Пули были инфразвуковые. Это был не новичок. У этих людей есть связи, и они убийцы. Так что будь умницей, не нарушай закон, и пообещай мне, что не попадешь снова в камеру. Нет. В поисках расплаты? Расплаты, правосудие, мести. Надеюсь найти все. Собираешься убить кучу людей? Уже начал. Сейчас мы надерем тебе задницу. Нет, это я собираюсь сломать руки 3 пьяным придуркам. Нас 4. Кому-то же нужно отвезти вас в больницу. Джек Ричард.